Нет. Примите заявление. А мы почему показали? Вы не принимаете? Вы ничего нам не показали. Нет, примите, пожалуйста, заявление. Вот. А что нет. В вашем понимании показали? Вы сели. О, вот он сейчас сядет и полистает. Да. А вы будете снимать, да? Нет. Председатель будет потом нет. За сохранность данных. Нет, снимайте меня крупным планом. Нет. Нет. Читать не буду. 10 раз нет. Мы вам показали книгу. Вы ничего не показали. Я не могу ознакомиться с списком. Под камеру не можете. Камеру мы уберем. Положите списки, я выключу камеру. Ольга Александровна, удаляйтесь. Заявление вы нет. Отказываетесь. Отказываюсь. Вы нам книгу показали. Отказываюсь. Все. Ничего вам, вы нам не показали. Соответственно, сотрудники милиции тоже все видели. Нет, ребята, это как показали? Он должен сесть и полистать. Не должно листать. Эту запись покажете людям, которые хотят увидеть. И то, что вы снимали, будет подтверждение, почему вам не давали. Что вам делать? Нет. Ну что, нет. Что, примите заявление. Не принимаю. Заявление не принимаю. А на каком основании вы не принимаете? Не принимаю. На каком основании вы не принимаете заявление? Потому что вам дали ознакомиться с книгой. Под камеру вы не будете нет, снимать. Нет, в любом списки. Случае должны принять. Под камеру списки не зависит. Тогда мы не будем справлять. Вы можете этому понять. Так, я сейчас нажму кнопку. Нажимайте, вперед. И вас выведут. Вперед. Вперед. Это образовательное учреждение. Это не образование. Это не образовательное учреждение, а это избирательное учреждение. Это избирательное учреждение. Подождите, человек знает.